Падение Берлинской стены, хрустальная ночь, пивной путч и провозглашение Веймарской республики. 9 ноября – поистине судьбоносный день в истории Германии. Но сегодня большинство немцев помнит скорее о воссоединении страны, а о других важных событиях чаще забывает. Что же делать с этим роковым днем? На памятной церемонии в Берлине президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отмечать его как день для размышлений о Германии. 9 ноября – амбивалентный день, светлый и темный. Он заставляет наши сердца биться и вызывает слезы на наших глазах. Он заставляет нас надеяться на то хорошее, что есть в нашей стране, и отчаиваться перед лицом ее темной бездны. Возможно, поэтому 9 ноября – очень немецкий день. День, который предоставляет информацию о нашей стране, как никакой другой. В моих глазах 9 ноября – это преимущественно немецкий день. По словам Штайнмайера, эта двойственность, переплетение света и тьмы, радость, воодушевление и печаль в сердце является частью немецкого образа жизни. В недавнем опросе 31% респондентов сказали, что 9 ноября у них ассоциируется с объединением страны. Только 13% вспомнили о ночи еврейских погромов. 3% упомянули провозглашение республики в 1918 году. А половина респондентов не связала с 9 ноября вообще никаких событий.